16 июня, в Москве 22 часа и 30 минут, и вы наблюдаете вечерний репортаж сегодняшнего дня, уходящего дня. Друзья мои, ромашки, ромашки для любимой Наташки, и это красота. Вечерняя красота сегодняшнего, уходящего дня. А на небе для вас светит луна. И никаких осадков, друзья мои. Вот она луна уходящего сегодняшнего дня. Местами, правда, будут дожди там, где не будет меня. Ну а пока вы наблюдаете луну и никаких осадков. Сухой асфальт. Вот так, друзья мои. Здоровья всем, мира, добра. Прохладное лето 16-го года продолжается. И завтра обязательно будет солнце, как я проснусь. Но это будет 17 июня.